Зачем этому организму столько глаз? Зачем? Всем хай! С вами Йожин, и сегодня мы продолжаем с вами гордо мяукать в мире постапокалипсиса, где котик спасает этот самый мир. Кстати говоря, нас немножко откинуло чекпоинтом назад, хотя я уплывал туда, я помню, в эту трубу, но это как раз дает нам возможность немножечко посмотреть на эту местность. Может быть, тут что-то есть, что мы упустили? Ну вот же полочки, подоконнички, ну... Как раз можно было бы там какой-нибудь секрет расположить прикольный. Ладно. А может быть, внутри этого дома есть секрет? Мы вообще здесь что-нибудь смотрели? Нет. Нет, все, кажется, все. Хорошо, в таком случае пора отчаливать. Пора узнать, что же там ждет нас дальше. Не могу поверить, Док. Ты его нашел? А, это мы уже, да, все видели. Это все в предыдущей серии, мы читали. Все, теперь просто отправляемся, и там уже будет все самое новое, все самое интересное, неизведанное и опасное, скорее всего. Но у нас есть оружие. Канализация. Зурки, вижу вас, гады, вижу. Ой, как красиво. О, мордашка. Люблю, когда приятная мордашка внезапно в кадр попадает. Так киношно все это. И мне нравится, что у меня получается киношно двигать камеру. Смотрите, у нас значок аутсайдеров есть. Что? Что ты сказал? Мы можем говорить с ним? Какое жуткое место. Я бы сказал, что она жутко красивая. Но я, котик, еще красивее. А, сели. Что? Говори по-кошачьему. Не вижу способа открыть эти врата. Можешь взглянуть с другой стороны? Ну, конечно. Это легко. Это супер легко, и зовут меня Легкот. Это не сюда нужно идти, это надо, получается, налево. Предвкушаю какой-то босс-файт. Мне очень напрягают вот эти огромные яйца, как у чужих. Большие, такое ощущение, как будто оттуда просто такое... Такая стая этих зурков вылезет. Ладно, пойдемте вниз. Смотрите, 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 смотрите. Они начинают пульсировать, когда я подхожу близко. А мне придется это сделать, потому что вон рычаг. Ну-ка. Хорошо, на это они не реагируют. Только на приближение. Как нам забраться наверх? Бочки... А с бочек сразу туда получится? О, погодите, не получится. Так, прежде чем нам пытаться сделать что-то, давайте разберемся, куда мы сможем убежать. Сюда нельзя запрыгнуть. Очень необычно, что у нас нету никакого способа отсюда убежать. Ладно. Блин. А! Черт! 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 Убьют! Ни хрена себе, я настолько не ожидал этого. Я думал, это активизировано будет, когда я именно нажму рычаг. Просто убили. Вот обидно, я думал, я смогу пройти игру без единой смерти. Ну что ж, идем. Тихо. О, блин! Черт, 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 стой, аккуратней! Фух, еле сделал, я еле это сделал. Да прыгни! Он не хочет прыгать. Причем я даже навел камеру. Давай, давай, есть! Бежим, 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 бежим. Момо, греби быстрее, а то я гребу. Стоп, погодите. О чем я вообще говорю? У меня же есть эта штука.
Погодите, у меня нет этой штуки. У меня нет этой штуки. Света нету. А где? Если мы хотим добраться до этих роботов, придется пройти через канализацию. В такие моменты я рад, что не чувствую запаха. Я никогда не отходил так далеко от трущоб. Когда ты со мной, мне не страшно даже. Что? Что он хочет сказать? Это уже да, мы слышали. Стоп, погодите. Почему не сра... Не та кнопка, я не ту кнопку жал просто. Ладно. Черт. Как тупо. У меня было оружие все это время, я даже мог не париться и не бояться. А, давайте выключим фонарь. Я не выключил фонарь. Вот, выключил. Смотрите, не повсюду. Интересно, сколько эта игра длится по времени? Вот, говорят, вроде как часов 6-7. Я так понимаю, что мы прошли половину игры, наверное. Потому что сейчас мы увидели один город, и говорят, что есть второй город. Ну вот, в этой игре мы слышали это предположение о том, что есть второй город. Ну-ка. Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Окей. Давай это сделаем. Давай я это сделаю, ты не парься вообще. Мы на ту сторону сможем? Нет, мы не допрыгнем. Оу. Так это он сам откроет? Что ж, наконец-то я ничего не делаю. Все за меня. Так тихо. Ой, у нее не получается. Стоп. А-а-а. Я понял. Он ждет, пока я пройду туда. Уф, я не могу пойти с тобой, но я не перестану искать выход. Бальтазар и Клементина, когда найдешь их, расскажи им, каким храбрым я был. Все, мы расстаемся здесь с ним. Мне кажется, мы в самом сердце. А это что такое? И почему такое? Ну все светленько здесь. Это яйца повсюду. А, фу! Не люблю. Не люблю воду. Пожалуйста, тихо. Осторожней. Господи, здесь надо так аккуратно идти, чтобы не агрить их. Ладненько, мы здесь справились. В общем... И такие дискомфортные. Я знаю, что они сейчас мне не достанут, но то, что они так смотрят на меня пристально. А, ну, в общем, я предполагаю, что нас ждет еще целая половина игры, и это будет уже другой город, там будут новые персонажи, новые квесты. Скорее всего. Вообще, когда я только ждал эту игру, смотрел какие-то там геймплейные кусочки, тизерные, я думал, что эта игра будет больше как Лимбо. Где ты всегда идешь вперед, грубо говоря. Всегда просто идешь, решаешь головоломки, и идешь.
ребят. Мне кажется, здесь мы не пройдем. Хотя... Хотя, может быть, и пройдем. Не зря здесь такой путь. А вот здесь полностью все закрыто. Нам придется бежать. Понять бы, куда бежать. Тихо, тихо, тихо. Если мы сейчас посветим... Блин, ничего не будет. Будет! Черт! Как они хищно вцепились в меня! Офигеть, я подыхаю, конечно. Да, это очень не очень легкая эта зона. Давайте попробуем просто поубивать их всех. Так, так, так. Заходим, заходим, заходим. Все, ты перезарядилась? Слушай, как быстро оно выходит из строя. А это что за звук? Какой-то странный звук. Ладно, теперь нужно с этим разобраться. Ну-ка. Тихо-тихо-тихо, в сторону, в сторону. Спокойно убили, вот так вот. Так и будем выносить потихонечку. Не, эти даже можно не трогать, мне кажется. Пульсирует, пульсирует, пульсирует аккуратно. Нам нужно налево. Нам нужно к этому рычагу. Но мне кажется, шум, который я сейчас произведу, всех их оживит просто разом. Черт! Тихо, 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 тихо. Справимся. Ага. Есть. Хотели нас, чтобы мы в панику вошли. Не, мы справились. Отлично. Оу, прям полчища на меня бежит. Отряд уничтожен. А! Что это такое? Почему они как глаза? Почему у них глаза? Я что-то не понял прикол с глазами. Что это за Little Nightmares такой? Ага, ладно. Есть. Ты что, не умрешь? Его надо чуть-чуть подержать под светом. Просто попадания недостаточно. Погодите, туда мы можем проникнуть? Нет. Черт, откуда вы взялись? То ли что-то упало, я какой-то звук услышал, и они вылупились. Осторожней. Согреть как можно. Вот. Опять этот звук. И вот они идут.
Тихо, отлично, отлично. Вот так. Вот так. И вот так. Черт! Они кровь как будто из меня прям высасывают. Обойдем справа. Что-то двигается, как будто бы. Окей. Гоу. Мне кажется, мы можем быстрее отсюда выбраться. Есть! Я уже лучше стал их убивать. Окей. Сюда или... Понятно. Да что у тебя? Опять яйца. А почему эти глаза не открыты? Спят. Нам к этим воротам нужно. Окей, это оказалось легко. Давай, открывай, пожалуйста. Скажи, что есть пароль, есть все, что нужно, чтобы открыть эту штуку. Есть! Прекрасно. Музыка. Музыка при этом не предвещает что-то... О, боже мой, да. Все, все на меня будут смотреть. Потому что я милый котик, да? Господи, это внимание. Постоянно так. Ну что, теперь? О, блин, нам нужно на ту сторону. Эти глаза говорят зуркам, где я нахожусь, что ли? Не понимаю. Убивайтесь. Убивайтесь. Мерзость. Бежали. Стоп. Нет. А, мои сраки. Все, перезарядились. Он бежит маленький, отстал от группы. Подохнешь с группой вместе. А-а-а. Блин, лишних только пробудил. Пожалуйста, пожалуйста, сдохните уже. Есть. Все, открыли. Ага. Все, валим. Неужели мы сейчас на поверхность выйдем? Есть. Или нет. Или да, или на все еще глаза здесь. О, сейчас бочка, да, свалится. Укатится куда-нибудь. Зачем этому организму столько глаз? Зачем? И самое главное, что за мозг обрабатывает информацию, полученную с этих глаз. Вот этого я никак не ожидал. Это какой-то боди-хоррор. Нет, они котика чуть не сожрали. Пожалуйста, не сдохни. О, нет. Хватай. Есть! Вот это настоящий друг. Бежим. Теперь у нас нет оружия. Главное, не мяукай, потому что у тебя в зубах твой друг. Нет, 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 нет. Как вас много!
Почему ты так медленно бежишь? Быстрее! А! Направо! А, вот сюда! Успеть! Направо! О, нет, там бежит еще куча! И да! Фу. Отлично. Ну что теперь делать с ним? B12. Есть! Было темно, я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня. Спасибо тебе, друг. Снова в сети? Что это значит? Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлексор полностью уничтожен. Мы должны быть осторожны. Да, понятненько. Мне кажется, эта секция, где мы спасаем этого B12, должна была быть чуть побольше. А то я не успел как-то осознать, что вот его нету, там была опасность и так далее. Короче, не успел погрустить чуть-чуть. Я бы погрустил обязательно, если бы игра мне позволила. Чуть-чуть подольше эту секцию надо было выдержать. И, возможно, сделать вот этот побег, который только что был более масштабным. Больше разрушений, больше всего вокруг. Да, игра вовсю эксплуатирует тему загрязнений. Кто это? Клементина. А почему она не боится? Она же не знает, кто я такой. Она может подумать, что я Зурк. Это Баладин. Путешественник из канализации. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее? Маленький аутсайдер? Аутсайдер с Бальтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. Поселок, видите, да, еще один город. Рыбовейник. Типа муравейник. Он прям уже весь на дереве находится. Он вокруг дерева построен. Это машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. А что это за машина такая? Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так. Он застрял на сотни лет. Это что значит, что он как бы в криокамеру себя он заморозил? Себя. Пока не появился маленький кот. Что? Это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. Я... Дай мне минутку. Прости, я... Дай мне минутку, мне сейчас надо не до разговоров. А где... Как мне включить инвентарь? А, никак. Он мне ничего не дает сделать сейчас. Простите. Познакомиться я также не могу, ведь... Да, B12 занят. Он не сможет переводить для меня ничего. Простите, пожалуйста. Извините, все, я больше не буду. Я просто хотел посмотреть, что вы делаете. О. Что еще я забыл? У меня же должны быть родители, друзья. Что с ними случилось? Не хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти?
А вот с Бальтазар, видимо. Что это? А! Эй, разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? Ой, это ты. Ты был с Момо, когда мы получили этот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Момо и Дока, так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока. А Клементина... Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми, я написал ее адрес на обороте фотографии. Окей. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я в тебя верю. Извини, что отключился раньше. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина, вдруг, если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. А... Это такой маленький хаб будет, да? Скорее всего, здесь не будет особо квестов. Ну, короче, выбор в любом случае за мной. Мне нравится, как все вокруг используют эти вот статуэтки кошек. Куда можно еще отсюда пойти? Давайте пройдемся. Я хочу посмотреть все это место. Вот ты, кто такой? Это еда на самом деле ужасна, но это единственное, что тут есть. Если я и дальше буду есть эту дрянь, придется ослабить переднюю панель. Здрасте. Меня называют жестяным шеф-поваром. Я специализируюсь на переработке остатков. Сегодняшнее спецпредложение – рамен J45 с моим секретным ингредиентом. Звучит очень клево. Но я хочу вниз. Ой, наверх, так, господи, вниз. А сюда нельзя, а? Можно вот так. Ну? Насколько высоко здесь можно забраться? Так, садовник. Здрасте. Привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция, хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и точно фиолетового растения. Вот бы кто-нибудь маленький и ловкий достал их для меня. Все-таки здесь будут квесты. Скукота. Тетя Клементина раньше здесь проводила занятия. Мы узнали столько всего интересного. Это как бы еще детский сад, что ли, не понимаю. Ладно, пойдемте выше. Окей. Смотрите, мы можем вот сюда запрыгнуть? Ага. Так. Сейчас мы разукрасим их растения какие-нибудь, нет? Ой-ой-ой-ой-ой! Все, спрыгнул. Хорошо. Я думал, сейчас скину краску, и она разукрасит растение, и он получит то, что он хочет. Но это не так работает. Зачем я мяукаю, не понимаю. Что здесь у нас? А, скорее всего, мы так доберемся до Мидтауна. Но нам-то сюда не надо еще.
Мы же хотим поизучать немножечко. О, какая свалка. Ладненько. Сюда тогда погнали. Пойдемте пообщаемся с теми, кого мы случайно обидели. Здесь мы были. Например, те, кто в шашки играл. Так, с Бальтазар не будем его сейчас трогать. Где? Где, где, где? Вот отсюда можно спрыгнуть? Опа! Здоров. О, привет. Как давно нам никто не заглядывал. Ну, кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергию. Пусть бегали бы в колесе. Эх, такие возможности пропадают. А с тобой можно познакомиться? Когда я вырос, то я хочу быть таким же знаменитым, как тетя Клементина. Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили нам покидать рабовейник. Окей, а дальше у нас кто? Вот ты кто такой? Ты жив вообще? Электрические зурки везде. Что ты смотришь? Кстати говоря, я вижу цветы. Погодите, память какая-то. Этот язык. Роботы-компаньоны создали его с нуля. Удивительно. Я помню, как это происходило, когда я был в сети. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент все общение стало переводиться на эти символы. Я застрял в компьютере и долгое время был совсем один. Поэтому я переводил каждый символ, каждое слово одно за другим, пока не смог все понять. Теперь, когда я на свободе и знаю их язык, я бы с радостью послушал все, что они хотят сказать. Как мы-то понимаем? Ты еще и учил кошачий язык? Мы каким-то образом, мы, по идее, можем сюда, да, забраться можем. О, взять фиолетовое растение. Это мы взяли, это мы молодцы. Получается, мы больше никуда не можем пойти здесь? Да, это предел. А вон желтые. Привет! О, какие улыбчивые! Я один очень угрюмый. У меня сейчас период деконструктивизма, это она так говорит. Уверен, что она станет великой художницей. Если бы только она могла практиковаться где-нибудь в другом месте. Обожаю запах свежей краски. Он напоминает мне... А, погоди. Я не могу чувствовать запахи. Как грустно. Ой, я расстроил ее. Блин, ну извините. А это что? Можем поскрести, да, и вот мы оставили свой след на этой прекрасной картине. Так, здесь уже получается выход. А нам нужно пойти забрать желтое растение, поэтому идем наверх. А, погодите, те ребята, которые играют, ну, типа шашки. Извините, я должен с вами поболтать. Ой, мы не можем теперь, они же расстроены. Смотрите, цветочки вижу. Угу. Квест почти выполнен. Где? Вот, вижу. Забрал? Ты ж не забрал.
А, нет, забрал, молодец. Привет, ребят. Кто-то называет это мусором, но для меня это сокровище. Много циклов назад я был роботом на побегушках, но перепрофилировался в охотника за сокровищами. Не надо завидовать, это тяжелое и неприятное занятие, как и рука, которую я только что нашел. Бедняга, ржавей с миром. Ржавей с миром. Прикольно. Ну, хоть и грустно. А можем ли мы какое-нибудь сокровище здесь найти? Не, нам даже не дают сойти. Ладно, идем просто вот так, наверх. Нет! Наверх. От. Хорошо. Все, ребята, начали новую игру? Мы теперь можем пообщаться? Ой, сейчас пока соберут все. О, это долго. Ладно, пойдемте заберем желтые растения, желтые цветки. И как раз таки отнесем их наверх. Вот, отсюда можно зайти. Да. Все, миссия выполнена. Бежим, бежим быстрей. По-моему, этот чувак где-то здесь. Нет? А ты, здрасте, мало. Как я уже говорил, вот бы достать желтое, красное, фиолетовое. О, я слышал, это редкое растение, спасибо. Найдешь для меня еще один? Ну, пожалуйста. Окей. Ух ты, очень красиво, спасибо. Найдешь для меня еще один? Ну, пожалуйста. Забирай. Обожаю этот цвет, спасибо, дружище. Ты нашел их всех, большое спасибо. Вот, возьми мой значок в награду. Есть, новый значок. Так хорошо смотрится. Ну, береги себя. До встречи, друг. Стоп, получается, это просто ради значка было. А почему там мне бабушка значков не давала, еще кто-нибудь? Потому что я не нашел все ноты, например, да? Обида. Ладно, пойдемте с Бальтазаром попробуем еще поболтать. Нет, нам же нужны ребята, которые шашки. Вот они. Вот теперь можно поговорить. По статистике я должен был выиграть как минимум 8 раз. 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре. Только никому не говори. Это все. Ну ладно, тогда вот вам. Так, а ты что у нас? А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков? Я работаю над созданием своего оттенка краски, только никому не говори. Назову его мусор на коричневом. Я сохраню твой секрет. Все, кажется, здесь у нас не так много времени отведено. Не так много чего можно сделать. А жаль. Мне здесь даже нравится. Тут есть свой вайб. Он очень отличается от предыдущего города. И здесь прям так прикольно ходить. Клементина, ты должен ее найти. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Поднимись на вершину поселка и найди способ попасть в Мидтаун. Мы можем им дать фотографию, может быть? Мои старые друзья, очень по ним скучаю. Не забудь про адрес на обороте фотографии. А, да, адрес. Сейчас. Давайте осмотрим ее. Вот, показать. На этой фотографии изображены Клементина из Бальтазар. Он сказал нам найти ее, она... Одна из аутсайдеров. На обороте фотографии также написан ряд символов. Ну, я знаю, что... Ну, ладно, все. Просто идем. Что это? Для чего это знак тупика? Это для меня? Типа, здесь дальше никуда не пройти? Прощай. Вот так все выше, выше и выше. Оп! Какой котик никогда не устанет меня радовать. Надеюсь, и вас, ребят. Так. Ну, прыгай. Во.
Эх, жалко, что мы так быстро отсюда уходим. Давайте последний раз взглянем. Этот запах помоев. Все, идем. Да, загрузка следующей главы. Это уже больше похоже на обычную арку в обычном переулке в городе. Что? Какой-то предмет здесь можно использовать. Видимо, какой-то предохранитель. Пойдем искать его. Опять же, вдоль провода. Я так понимаю, зурки нам уже не грозят. Мы ушли. Скорее всего, в Мидтауне вообще нет зурков. Это что, метро? Вот это кайф. Смотри, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро попрощавшись с семьей. Надо. Каждое утро попрощавшись с семьей. Почему все время эта фотка пальмы? Я помню, я делал это для них. Но их уже нет. Это было так давно. Они хотели увидеть аутсайд, но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? Это нам и предстоит выяснить. В любом случае, мы уже недалеко от Мидтауна. Давай найдем эту... Клементина. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. Еще целая куча воспоминаний, которые мы можем найти. Мы должны найти выход отсюда. Бальтазар упомянул кого-то по имени Клементина. Она может нам помочь. Давайте найдем ее. Возможно, эта фотография и символы на обороте смогут нам как-то помочь. Да, кстати, ребят, я не гарантирую, что я найду все воспоминания и все детали, которые здесь есть, все секреты, пасхалки и прочее. Я играю первый раз, стараюсь как могу, и при этом стараюсь соблюдать баланс между прохождением и хождением туда-сюда, то есть чтобы у вас было... что смотреть, чтобы было не скучно. Потому что такие вещи, как, типа, осматривать все, каждую мелочь, это больше для личного прохождения, как мне кажется. Поэтому, если вам интересна игра, обязательно пройдите ее сами. Порыскайте повсюду. Это даже прикольно, если я что-то не покажу здесь, не засвечу в летсплее, и вы это сможете сами найти и кайфануть. Поверьте, оно того стоит. Этим временем у нас... Погодите. Нет, я все время не ту кнопку жму. Тихо. Да, нам нужна фотка. И мы должны увидеть... Это как номер 3-5. Это похоже? Нет, тройка должна быть по-другому написана. Это вообще не тройка. Ну, я имею в виду, чтобы вы понимали, тройка это как на кубике. Игральном. Там есть пятерка и тройка. И при этом есть номер, кстати говоря. Что? Это просто водичка. Фу, я уже испугался, что это эти яйца зурка. Здесь у нас нету ничего. Ладно. Видимо, нужно просто наверх идти, и все. Опа! Человек. Робот, точнее. Мама. Дайте предмет. Мама. Мы не знаем язык его. Давайте потремся об него. А если так? Не, он все еще неразговорчивый, к сожалению. Так, мы видим записку. Запомнить. Здесь так много книг. Наследие теста Тьюринга. Этика искусственного интеллекта. Я узнаю некоторые из них. У меня была библиотека. Помню, ничто не могло сравниться с запахом книг.
и переворачиванием страниц. Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу — это как провести время с кем-то. Кстати, а вы что думаете? Вам нравится больше физически держать книгу в руке и переворачивать страницы, когда вы читаете? Или же вам все равно, и вы можете спокойно на планшете, телефоне читать? Я, наверное, отношусь больше ко второму типу людей. То есть мне не так важно переворачивать страницы. Мне даже кажется, что в какой-то степени это даже полезнее. Не для глаз, может быть, но для природы, потому что лишние деревья не будут потрачены на бумагу. То есть зачем полки огромных пыльных книг? Хотя, ну, ладно, чтобы не гнать просто так, я все равно покупаю книги еще и такие. То есть не то, что я там такой супер правильный и не делаю ничего, что может случайно навредить каким-то образом природе. Понятное дело, что ну, мы живем в мире таком, в котором мы живем, и пользуемся тем, чем пользуемся. Скажем так, я могу спокойно читать книги и на планшете /телефоне, но иногда мне нравится просто сам факт, что вот у меня книжка стоит, которую я прочитал, физически стоит. И как бы я такой, вот, вижу сам, какой классный я парень, что много прочитал. То есть я сам себя таким образом хвалю. Наверное, вот так вот. А, смотрите, здесь можно перевести. Метро закрыто из-за связанных с пандемией ограничений. Вход воспрещен. Любое нарушение правил может привести к длительному тюремному заключению. С пандемией? Речь идет о какой пандемии? О нашей с вами? Или же о зурках? Воу-воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу, роботки летают всякие. Они, кстати, очень похожи на B-12, да? Погодите, давайте посмотрим, что здесь есть. Коробки. И все. Ладно, пойдемте пообщаемся с новыми друзьями нашими. Надеюсь, они будут друзьями. Здрасте. Я тебе уже 5 раз говорил, Ёж, нельзя здесь бегать, это опасно. Эй, впервые вижу такого робота, ты такой пушистый. Перевести? Не беспокойтесь о мусоре, корпорация НЕКО обо всем позаботится. Да, ну конечно, ну конечно. Просто спрячет от глаз. О, здесь прям и полицейские есть. Тут не так радужно, как думают те, что внизу. У них там хотя бы какое-то ощущение мира, что все в согласии живут друг с другом. А здесь жопа полная. Здрасте. Пожалуйста, представьтесь. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Но они же тоже роботы. Вы все роботы. Почему вы решаете, кто должен быть перезагружен, кто нет? Что ты тем более этот чел сделал? Пожалуйста, оставь меня в покое. Я не тот, кого ты ищешь. Если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. Что? Мы можем показать предмет? Нет, не можем. Окей. Разыскивается Клементина. Нарушитель порядка, аутсайдер. Мятежник, просьба сообщать... О, что? Этот чел прям вслух сказал при полицейском, где искать Клементину. Здрасте, мы вам тут пришли испортить мебель. Служба порчи мебели, всегда к вашим услугам. С ним нельзя пообщаться, кстати. А здесь нельзя поскрести. Господи, что это за город такой? Что это за место такое, проклятое? Нельзя ничего поскрести и пообщаться. Сюда? Вот сюда можно поскрестись. Эй, я ухожу на работу, пока. Пока, дорогой. Осторожнее со стражами. Они постоянно хватают без причины всех. Не переживай, детка, все будет хорошо. Окей. В некоторых случаях скреб в дверь дает нам возможность просто немножечко подслушать, о чем говорят люди, которые там живут. Так, это да, про Клементину. Стой, 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 с тобой. Корпорация НЕКО, мы работаем день и ночь, собирая отходы и отправляя их вниз, где они перерабатываются и используются повторно. Кстати, мы уже давно не получали новостей от нижних этажей. Несколько тысяч лет, да? Ага, НЕКО. Мы должны найти выход отсюда.
Бальтазар упомянул какого-то... кого-то по имени Клементина. Ага, все, ладно, понятно. Он все то же самое говорит. Этот торговец-мошенник на днях продал мне бракованный аккумулятор. Теперь он притворяется, что не слышит меня каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить. Если бы не стражи, несущие патруль, я бы его на запчасти разобрал. Смотрите, он типа реально не слышит? Может быть, как-то поспособствуем? 2458, код, в обратно написано. 2458, либо 8542. 8542. А куда мы можем это ввести? А! 8542. Мозг. Получен новый... Мы новый значок получили, значок кота. Теперь я точно уверен, что я кот. И каждый сможет без сомнения это сказать. Что я кот. Ладно. У них тут свои проблемы, которые я не должен, видимо, решать. Воу. Блин, как я скучаю по Гонконгу. Вы не представляете. Я хочу... Я хочу туда. Там потусить. Здравствуйте, сэр. Почему вы стоите здесь, читаете газетку? Вам не страшно тут? Я занят. Чего ты хочешь? Окей. Фотографию? Отвали, ладно? Извините, пожалуйста. О, блин. Давайте посмотрим. Посмотрим, что здесь есть. Стоит рабочий. Прости, малыш, здесь нельзя играть. Завод корпорации Нека не место для такого маленького пушистика, как ты. Доступ закрыт, но это ненадолго. Через несколько лет мы снова откроемся. Может быть, вот это? Классная фотография. Это адрес на обороте? Ага, первый символ улицы, затем этаж и номер квартиры. Найдешь без проблем. Серьезно? Этот чел дал мне подсказку. Погодите, а там была какая-то рубка, из которой можно было управлять чем-то. Смогу ли я как-то туда забраться? А, нет. К сожалению, нет. Он сказал, что название улицы, этаж и номер квартиры. Вот оно как, значит. Этаж третий, номер квартиры пятый. А название улицы похоже на номер. Вышибало. Клуб закрыт, проваливай. Покажи вот это вот. Да? Ты кто, полиция? Все ее ищут. Я ее не впустил, если ты это хочешь знать. Окей. Хотя бы просто скажи, где эта улица, твою мать. Ладно, пойдемте сюда, в это страшное место. Во. Интересно, как изменится восприятие мира людей, когда мы сможем вот так вот себя разбирать, собирать на части, и главным будет только мозг, который можно пересаживать из тела в тело, когда можно будет любую деталь к себе пересоединить, подсоединить, улучшить. У нас не будет, скорее всего, такого, знаете, страшного ощущения, когда ты видишь какую-нибудь полку с руками. Не будет этой зловещей долины, потому что это будет нормально. Ты был в городе внизу? У меня там был друг по имени Фифи, и я его уже целую вечность не видел. Слушайте, а мы помним кого-нибудь по имени Фифи? Может быть, да. Смотрите, опять котика рисуют. Почему так много всякой символики котиков, я не понимаю. Раньше у меня был бар. Это было самое уютное место в округе. Пока я не получил отверткой в колено. Теперь он закрыт.
Может, этот парень меня и достает, но он мой единственный клиент. Пожалуйста, постарайся его не спугнуть. Окей, мы вот снова вернулись в город. Или нет? Я уже не понимаю, где я. Тут так много мест, куда можно пойти. О, прикольная куртка. Я пытался скачать аймбота, чтобы стать лучше в этой игре, но по итогу получил вредоносное ПО. Не знаю почему, но сейчас все выглядит странным. Классная фотка. Кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких очень старых машинах. Странно. Ну-ка. Оп! А что вот с этим можно делать? Вай. О, блин, я же мог... Разложите заново. Я хотел ударить, чтобы разбить. Все, не дадут, да, уже? А ты что стоишь такой... Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как это работает. Может быть, я не вижу всей картины. А вот эта картинка, видишь? Кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких существах. Ладно. Ну, какой музон? Какой музон будет? Понятно. О, ты похож на бармена, который был в самом низу, в нижнем городе. Чего тебе налить, маленький сэр? В твоих маленьких глазах наш мир должно быть, кажется, огромным. Хотел бы я быть таким же крошечным, как ты, чтобы исследовать новые тайные места. Кажется, я видел девушку, она живет в резиденции, не так ли? Резиденция. Вау, красиво. Эти фотки выглядят так неуместно, да? Учитывая то, что мы видели только что там, на улице. Как будто в этом мире этого даже не может существовать. Что-то как будто бы из Гугла какая-то картинка. Что-то неуместное здесь. Куда дальше-то? Мы... пришли отсюда, кажется. И вон оттуда... Нет, и оттуда... Я уже ничего не понимаю. В какой-то резиденции она живет. Знаешь что, дружище, держись подальше от стражей. Они такие жестокие. Схватили моего приятеля Пабло, посадили на 350 лет. Так что будь осторожен. О, Клементина, на твоем месте я бы ее не искал. Когда стражи ее поймают, лишь вопрос времени. Но если будешь спрашивать и дальше, то в конце концов ты ее найдешь. Просто знаешь, что тебя ждут неприятности. Хорошо, он нам дал как бы понять, что нам уже у всех спрашивать про нее. Я только что прошел мимо лифта, и на меня накричали стражи. В течение многих лет нам говорили, что поверхность непригодна для жизни. Мы просто принимаем это как факт, но почему? Что это? О, какая чудесная фотка. Она кажется знакома, но я не уверен. Мой жесткий диск слегка глючит в последнее время. К сожалению, я не могу тебе помочь. Спроси кого-нибудь еще. Короче, нам просто нужно случайно набрести на кого-то, кто сможет нам дать информацию. Вот ты, например. Чем я могу тебе помочь? Шеф! Вот это. Ты не можешь заплатить мне реальными деньгами? Понятно. Вот что я сделаю. Вот так я тебе заплачу. Бэч! Здесь ничего нету. Оп! Смотрите, написано «не сигналить». Можно так? К сожалению, магазин закрыт. Я жду парней из службы доставки, но, похоже, они не торопятся. Что это за фотография? О, я ее знаю. Она из тех, кто одержим аутсайдом. Хорошо, что ты ее знаешь. Найти-то мне ее как? Еще место. Стоп, я был здесь.
И оттуда вышел, да. Идемте сюда тогда. Да, это новое место определенно. Этот желтый провод. Давайте пообщаемся. Здоров. Нам очень скучно с тех пор, как стражи установили камеры в резиденции. Мы не можем дать ему ничего. Стоп, взять. Кассета? Эй, это наша кассета. Разве ты не знаешь, что воровать нехорошо? Могу дать тебе одну, но тебе придется кое-что сделать для танцоров Дженма, Мика и меня. Стражу установили 3 камеры наблюдения, чтобы следить за нами. Нам это очень не нравится. Поможешь нам избавиться от них? Ага. Окей, да, квест получен. А это что? Это мы не можем взять. Окей, побежали наверх выполнять задачу. Мы промахнулись слегка. А вот, смотрите. Второй этаж, 4-я квартира, 5-я квартира. А мы случайно не там, где надо? Походу, мы здесь, где надо. Ладненько, где камера? Где камера? Вот она. А! Ой! Это считается, что мы ее сломали? Да. Хорошо, камера номер 2. Ать! И где-то должна быть еще одна. Ага, я тебя вижу. Зачем только нам эта кассета, непонятно. Танцуйте, ребята! Ой-ой-ой, осторожней. Такого еще не было у нас. Че, отсюда не допрыгнем, да, все хорошо. Ну че? Молодец! Не думал, что у тебя получится. Вот, держи приз, ты это заслужил. Получен новый предмет. Loud Mix. А что мне даст этот предмет? Давайте его посмотрим. Показать B12. Это кассета. Песня называется «Моя видеокарта кричит и кричит». Судя по названию, музыка должна быть громкой. Ну-ка, поставим, может? Послушай нашу песню, она тебе понравится. Да, класс. Класс. Ладно, нам нужно на 3-й этаж. Чё болтаете там? Что значит ты забыл свой лист персонажа? Я потратил целую неделю на подготовку сеанса. Прости, я забыл, куда его положил. Ну ладно, давай играть, я пойду в ту пещеру, за мной. Что? По пещеру? А как выше пойти? Вот лестничная клетка. Итак, 3-й этаж, 5-я квартира. Она вот здесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, сюда можно зайти. Воу, боже мой. Фонарик не нужен. Сейчас мы что-то узнаем о Клементине. Стоп, там можно было наверх забраться. Окей. Такое ощущение, как будто здесь только сделали вид, что квартира заброшена. Это ты? Я думала, ты неважно. Кто ты? Чего ты хочешь? Вот. Погоди, значит, с Бальтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, ты мой новый рекрут. Какой-то ты маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивости тебе не занимать.
Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из рыбовейника, но стражи всегда на чеку. Теперь, когда ты знаешь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. Хорошо. Погодите, что это? По-любому что-то важное будет. Ага, возможность запрыгнуть. Возможность поспать. Как здесь уютно. Мне правда нравится тут. Ладно, идем за ней. Да-да-да, извините. Я уже давно разрабатываю план использования старого поезда. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Я знаю, что у корпорации НЕКО на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. Я не знаю его имени. Это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Окей. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последнее. Не стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. Да, я ж так и узнал, как тебя искать. Потому что я спрашивал у всех. Так, тик-тик-тик, по клаве, по клаве. Ладно. С цепью в бомбере, да? Ну да, как я и подумал, что она действительно создала лишь видимость того, что эта квартира заброшена. Культура мусора в этой игре чувствуется. Ну то есть я имею в виду, что как можно мусор превратить во что-то прикольное, индивидуальное. Как украсить дом мусором. Вот. Выползай, выползай. Что ж, нам надо валить отсюда. Что это? А ты чё стоишь? Ты кто такой? Четвероногая, издающая милые звуки? Мне нравится эта концепция. Парень в куртке-бомбере с золотой цепью на шее? Я знаю, о ком ты говоришь. Он сейчас ошивается возле завода. О-о-о, а зачем кассета? А это что за песня? Не знаю. Так, сразу инфу получили. Завод. А где здесь завод? Я не знаю, я не видел завода. Или, может быть, это то место, которое было закрыто. Сейчас. Здесь никуда уже не пойти. Ладно, это получается тупик. Это в клуб. Завод. Там, где еще была рубка управления, да, по-моему? Нам нужно найти указатели. Вау, какого дьявола? Как будто кто-то скинул на меня. Это путь на станцию. Ну, кстати, вот сюда я не ходил. Что это за место? Для чего оно? Пока непонятно. Ладно, значит, завод не сюда. Завод в другую сторону. Сюда нельзя, да. Может быть, вот это? Давайте спросим здесь. Здесь нельзя играть. Завод, вот. Это завод. Доступ закрыт. Давайте не будем ему показывать, потому что он работает. Здесь. А нам нужен кто-то в куртке. С золотой цепью. Здравствуй. Я занят. Чего ты хочешь? Записка тебе. А откуда ты это взял? А, ты из мой агент? Итак, вкратце про атомную батарею.
Батарея питает завод корпорации НЭКО вон там, но его территория закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. У меня есть идея. Принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. А пока я буду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для прохода. Куртка и каска рабочего. Есть! Я кот и точно знаю, что значит куртка и каска рабочего. Так, здесь нельзя играть, но может быть тебе песенку? А, что за... Нет. Типа в обмен на каску. Стоп, может быть здесь что-то? Горай. Тебе нравится моя форма? Она необходима в целях безопасности. Это из магазина одежды и магазина главных уборов. Но я сомневаюсь, что у них есть твой размер, малыш. Окей. Магазин одежды и магазин главных уборов. Спасибо, что сказал. Это точно не здесь. Видите, тут у всех клевые куртки. А я не понимаю, где это. Где магазин одежды? Давайте по главной улице пройдем. Наверняка магазин одежды. Ага, вот она. А, что, офигел, что ли? Шел нафиг. Надо каким-то образом с ним пообщаться. Нет-нет, даже не думай это украсть. Нет, я отказываюсь слушать эту дикую музыку. Чем мне нравится эта музыка? Смотрите, все шмоты покупают здесь, походу. Надо, мы найдем способ сейчас тебя отвлечь каким-то образом. Наверняка у тебя есть слабое место. Наверняка есть что-то... Опа, извините. В примерочную заглянул, как неловко. Что? Как так получается, что я нахожу нужные предметы раньше, чем... Получается, надо. Чем я знаю, что они должны быть применены потом в итоге. Давайте используем эту кровку. Да! Yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Быстрее! Все забрал? Эй, умница! Стоп, где-то тут, вход в переулок был. Где? А, надо было в другую сторону бежать, ну ладно. Я достал! Принеси, да я принес, вот. Отлично, эта куртка именно то, что нам нужно. Но мне все еще нужна каска. Погодите, каска? А я думаю, я все добыл. Разве там не было каски рабочего? Извините. Ах, здесь у меня ступор небольшой. Где же каска-то? Магазин одежды и головных уборов. Это магазин просто одежды, я так понимаю. Да, здесь нет головных уборов. Окей, пойдемте дальше по улице и будем искать магазин головных уборов. Где-нибудь. А это что такое? Это полицейский участок? Задержанный не Клементина. Продолжай поиск. Хорошо, я продолжу. А это что такое? А, извините. Я должен был просто попробовать понять, что будет происходить. Сюда нам тоже не пройти. А можем отсюда машину? Нет. Ну-ка, а если потереться? Ему нравится? Почему он дрожит? Прочь! О, неожиданно. Бездушный человек, оказывается. Магазин головных уборов. Где же ты? Ну-ка, ты мне... Оп!
Он так смотрит на нас прям. Чё происходит? Ладно, все. О, да. Кайф. Вот же этот магазин, наконец-то. Стоп, оп. Вот, ты что такой грубый? Заходить в магазин нельзя, когда там пополняют запасы. А учитывая, насколько некомпетентны эти двое, это может занять кучу времени. Кто эти двое? О ком речь идет? О каких двоих? А? Ну давай, ну неси. Так, хорошо, давайте познакомимся. Я уже целый вечный жду, когда Стоплачи вернется и поможет мне пополнить запасы шляп. Босс очень недоволен. Если этот парень снова балду гоняет в баре, ему не поздоровится. В баре. Гоу в бар. Нет, это нет, не он. Там был другой бар где-то. Не в ту ли сторону? Вот сюда. Это не он. Не он. Так. Ты? Нет. Пей в меру, малыш. Не так, как тот парень в подсобке. Какая жалость. Парень в подсобке? Это Тонин... Парень в подсобке хорошо так намаслился. Понимаешь, в чем я, да? Разбудить его может только сильный удар по голове. Подсобки? А, это ты. Ну вот он. Все, он храпит, как робот. Я тебя понял, игра. Ага. Бам! Работать кто будет, а, бэч? Иди работай. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Пшел, пшел, пшел. Мне нужно срочно спрятаться в ту коробку. О, просто в говнину. Ну и что, он идет на работу. Молодец. Пожалуйста, выйди. Отлично. Так, пока не смотрят, я такой, оп. Ну что, вы будете что-то делать? Работайте давайте. Интересно, чем они пьянеют? Что они используют для этого? Да-да-да, извини, братан, все будет нормально, я несу. Купили кота в коробке. Я оставлю свой след здесь. Отлично. Теперь нужна эта каска. Так, здесь ничего нету больше такого интересного? Видимо, нету. Валим. Все, у нас теперь еще и каска есть. Возвращаемся. В какую сторону? Вот сюда. Давай, Блейзер. Забирай. Блейзер, точнее. Сейчас переоденусь. Может, отвернешься? Отлично. Немного тесновато в талии, но сойдет. Запрыгивай в коробку, я принесу тебя через проходную. О, снова в коробке.
Пожалуйста, не досматривай коробку. Просто обычная коробка с котом. Безопасность здесь на высшем уровне. Его даже не смутило, что коробка полураспечатанная. Ага, он отвлекает. Ах, хорошо, хорошо, хорошо. Куда найти? Да, что-то там шутку ему рассказал, тут угорает. И нам теперь нужно вот так в обход просто пройти. Коробку, коробку! Нет, все окей. Я понял, что нужно делать. Если что, мы запрыгнем в нее. О, немножечко стелса. Сюда, сюда, сюда. Прыгай, прыгай внутрь, мать твою! Котик. А, кстати говоря, мы можем использовать эту тень. Скорей. Ух. Скорей. Как опасно. Как опасно. Стрей! Окей, как он будет... Он меня заметит здесь. Или он не собирается по... О, как было близко. Есть. Ладно, еще немножко досталось. Опа, здрасте. Что можем сделать? Познакомиться. Эй, как хорошо, что ты здесь. Ты можешь мне помочь? Я потерял ключи от квартиры на этом огромном темном заводе. Стражи отказались помочь. Они сказали, если некуда идти, здесь всегда есть работа. Если поможешь мне их найти, я буду тебе бесконечно благодарен. Короче, ключи нужно тебе найти, да? Окей. Это можно попробовать устроить. Только как? Как нам туда спрыгнуть-то? Да что ж я на грани так всегда? Ну-ка, мы можем сделать что-то с этим роботом? Там что-то слышно. По идее, мы можем туда вниз, наверное. Нет, на нижний ярус никак. Скорее всего, это мы потом там окажемся. Подожди, а что мы включили? Ау, врата включили. Я на всякий случай еще смотрю, можно ли туда спуститься как-нибудь. Но я не вижу способа. Осторожней. It's okay. Ага, я понял. А еще будет? Да. Very good. Ждем. Как? О, меня спалило. Я сам себя спалил, точнее. Но как-то удалось выжить. Так, теперь с этой стороны, да, судя по всему? Ага, главное именно в тени четко оставаться. О, теперь надо с этой стороны. Ага. Отлично. Стелсмастер 3000. Ого, клетка пустая. Как будто бы мне туда нужно. Я, правда, не знаю, где ключ искать этого чувака. Сюда мы подохнем. Я думаю, зверски подохнем. А вот пустая клетка. Каким-то образом надо в нее попасть, походу. Или не надо. О, погодите. Бочка, которая поможет мне пробраться.
Типа бочки разрешено. Отлично. Так, включить. А, мы включили эту штуку, и она теперь катается. Погодите, или ее нужно поставить? Ага. А если включить это? Все, мы остановили ее. И она закрывается. Ага. А, и можно, получается, бочку прокатить и положить вот сюда. Для этого... Надо подгадать, наверное, я. Так, включайся. Иди в эту сторону. Все, выключили. Да, но теперь нам нужно... Вот сколько у нас есть времени? Понятно. Времени не то чтобы супер много. Что за движение он делает? Вот это что такое? Погодите. Нет, давайте выключим. У нас там еще один есть. И нам нужно на него запрыгнуть. Поставить его сюда. Окей. Отлично. Я думал, загадка будет чуть-чуть сложнее. То есть там нужно будет именно решить, как эти два предмета из себя расположить так, чтобы победить. Так, чтобы решить загадку. Но оказалось, надо просто найти третий. Ну ладно. Но она такая интересненькая. Что это за луч такой? Что они производят здесь? А, пролагало жестко. Так, мы нажали все три кнопки. Но я не вижу, чтобы что-то изменилось. А, мне же нужно забрать батарейку. Опа. О, нет. Сигнал тревоги. Код красный. Получилось. Быстрее, уходим отсюда, пока не появились стражи. Клементина, мы должны отнести ей батарею. Да, я помню. Но мне бы еще найти ключи от дома этого чувака. Очень бы хотелось. Или нам уже не позволят. Все, мы пропустили, да. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, для него, конечно, не очень приятно, но... Так уж завелось. Вот все, так пошло. Так карты легли. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Просьба держаться подальше от этого места. Это как раз таки лифт, который ведет туда к нам вниз. Правильно я понимаю? Мы добыли атомную батарею, кстати говоря. Значит, получается нам что, теперь к Клементине нужно бежать? Да, этого чувака больше здесь нету. Значит, к Клементине. А Клементине это не сюда. Погодите, а куда это? Погодите, или сюда? А что произошло, Саймон? Эй, думаете, можете помешать нам тусоваться в наших хатах? Думаешь, преступник охотится за моей коллекцией старинных карт? Вся эта работа впустую. Блин, ее накрыли.
Вы можете украсть наше место, но вы не можете украсть наше движение. Хм, давайте спросим у нашего друга, что делать. Батарея у нас. Клементина ей очень обрадуется. О, кстати, здесь есть окно, куда можно залезть. О, это типа парикмахерская. Ой, какое странное чувство. Ему лицо сняли, что ли, не понимаю. Я помню, когда лежал на массаже, и когда мне массировали вот здесь вот голову, вот так вот, мне держали, знаете, когда пальцами упирается вот сюда, и так чуть-чуть на себя тянут. И вот в какой-то один момент я начал так ярко представлять, как мне снимают голову просто с тела и кладут на стол. Таким образом, что я начинаю видеть свое тело. Ну, то есть могу видеть свое тело. И я это так натурально представил. Вот это ощущение, что нету больше ничего, кроме моей головы. Это было... стрёмно. Знаешь, Слипи, работа есть работа. Не стоит ради нее терять голову. Что это за штука? Ладно, понятно, нет смысла показывать это все. Что нам сделать-то теперь? Мы можем просто обойти же, господи. Тихо. Скорее беги. Что-то я не подумал. Ой, опасно. Сюда. Проскользил. Коробку! Коробку! Все, теперь аккуратно. Я просто вообще не был готов, что здесь будут эти дроны летать. Окей, осторожненько. Сейчас он вернется. Это будет мой шанс спокойно пройти незамеченным. Теперь нам нужно сюда лететь. Каким нам образом вот обойти его? Я даже не знаю. Ага. Вот так. Тупой робот. Здесь надо быть осторожным. Оп. О, нет, стоп, тут вниз. Ага, здесь будет челлендж, да, видимо, или нифига. Шустро, шустро запрыгнули. Есть. Где ты? О, боже мой, ее здесь нету. Она либо слиняла, либо ее взяли. Нет, скорее всего, она просто слиняла. Что? Посмотреть на доску с подсказками. Клементина? Клементина? Нет, ее здесь точно нет. Что это? Похоже на какое-то закодированное сообщение. Чтобы выяснить, что с ней случилось, придется поиграть в детективов. Смотри. Для B12 и кота. Ответ кроется в моих вещах. Ищи и еще 4 символа. Подпись Клементина, взгляни. Ага, окей, это лавовая лампа. Конус на ножках. Какие-то кристаллы и горшок с растением. Получен новый предмет. Окей, что это? А символы мы не сможем распечатать. Вот здесь нужно будет... Нашел что-нибудь? Ничего не вижу. Ты уверен? А, погоди. Вот же эта штука, вот она. Но... Ну, то есть, это она, лавовая лампа 100 пудов. Погодите, ну тут их еще несколько таких. А какая конкретно нужна? Нам предстоит все это найти. А, вот. Это мы нашли. А, странная вещь для квартиры. Это то... Как здешние компаньоны видят людей? Довольно забавно. Смотри, здесь что-то есть. Здесь написано... Приходите в... Ага, в каждом
предмете будет часть сообщения. Приходите в... проверить. Нашел что-нибудь? Ничего не вижу. Ты уверен? Что это за... Почему нам акцент делать на этом унитазе? Я не знаю. Кстати, я от балды сказал конус на ногах, но я не подумал, что тут будет реально конус на ногах, хотя я его видел уже, но я забыл. Погодите, погодите, вот она. Мои датчики могут обнаружить безвредные химические вещества только в газообразном состоянии. Они не могут воссоздать то успокаивающее ощущение, которое я помню. Как и я, компаньоны не чуют запахов, поэтому мне интересно, зачем они это делают. Под контейнером тоже спрятано сообщение. Здесь написано «Я с...» Ага. «Я с...» и «Приходите куда-то» там было написано. Потом нам нужен... Ага. Вот этот запахом штуку мы нашли. Мы нашли конус. Теперь нам нужно найти вот эти вот кристаллы и лавовую лампу нужную нам. Определенную. Что-то напоминающее кристалла. Давайте наверх заберемся, посмотрим. Куда ты спрыгнул? Куда ты спрыгнул? Здесь. Смотрите. Да, это оно. Драгоценный камень средней ценности низкой частоты. Кажется, свечение было добавлено искусственно. Может быть, этот знак, что, чтобы мы могли найти что-то полезное? Бинго, сообщение. Здесь написано Блейзером. Мы с Блейзером пошли... Куда? Куда вы пошли с Блейзером? Где-то мы еще здесь не были. Лавовую лампу мы не нашли, да, еще. Проверить? Просто лейка. А, вон она. Понятия не имею, что это такое, но его свечение завораживает. Прости, отвлекся. Я даже не заметил эти сообщения. Здесь написано «Ночной клуб». Понял, «Ночной клуб». Я с Блейзером, приходите в «Ночной клуб». Отличная работа, лейтенант Кот. Теперь пойдем найдем ее. Времени мало. А, так, куда же это нам? Ночной клуб я помню, где. Нам теперь надо отсюда выбраться незамеченными. Давай, отвернись. Оп. О-о-о. Отлично. Ночной клуб — это то место, где охранник еще стоял, вышибало. В эту сторону, если я не ошибаюсь. Да, вот здесь. А? Это не для тебя, уходи. Блин. Как же нам пройти-то? Вряд ли вышибала нас пустит. Эй, ребята, кажется, нам снова придется пробираться сзади. Ага. Я понял тебя. Идемте пробираться сзади. Это где? Это как? Это через что? Объявление. Если вы ищете собеседника, разбирающегося в поэзии, я живу за лифтом. Бонабот. За лифтом, точнее. А нам нужен этот чувак, который разбирается в поэзии? Стоп, я вижу, вон! Вон есть чувак. Надо как-то к нему пробраться. Стоп, еще один сидит вон, на крыше. Эй! Привет, партнер! Почему бы тебе не подойти сюда, чтобы я мог хорошенько тебя разглядеть? Козырек. Помойка. Подойти, да не проблема, я же кот. Они всегда здесь были, интересно. Но почему я не могу теперь с ним говорить, странно.
Черт с тобой, чувак. Алекс, эй, как ты сюда попал? Хочешь потусить с нами? Вот, запрыгивай и иди выпить чего-нибудь. Пойдемте. Не откажусь от молочка. Уп. Клементина, где же она? Я даже не помню, как она выглядит. А, по-моему, вот. Или нет. Этот клуб, отстой. Я попытался пройти в дурацкий вип-зал, но меня выгнали. Меня! Можешь себе представить? Вот я и украл этот рычаг. Так, ради прикола. Если принесешь мне выпить, я дам тебе этот глупый рычаг. Мне он не нужен. Не хочу, чтобы меня с ним поймали. Выпить, 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 бармен! Так, он не даст выпить, да? Я даже не могу с ним поговорить. Но вот это я могу взять. Взять странный напиток. Ну-ка. Это нормально тебе? О, спасибо, друг. Вот, держи, как и обещал. Получен рычаг. Да, с ним ты более уместно смотришь в этом клубе. С этим напитком. Нужно VIP нам пройти, получается. Ну а где этот VIP? Пойдемте на сцену, что ли. Всем привет, с вами диджей Мэтки. Давайте зажигать. Первую песню запросил наш очень сомнительный друг Блейзер. Ага. Блейзера мы знаем. Я не понимаю, где здесь VIP? Алекс? Развлекаешься, малыш? Это довольно продвинутая технология. А это? И что мне с этим делать? Мне что с этим делать? Ну, может быть, мы можем еще раз у нее спросить. Спасибо за напиток, всего хорошего. Теперь можешь делать с этим все, что хочешь. С этим тебе помочь не смогу. Может, как-то испортить им что-нибудь? Окей, поехали! Я вижу, что мы можем здесь что-то сделать. Я хочу, чтобы ваши процессоры были разогнаны до предела. Блин, как же... Опа, смотри. Этого чувака можно задействовать как-то, я вижу. Какой-то странный. Он забирован. Влево-вправо. Пам-парам. Это называется танец Зегема. Тебе нравится моя маска? Я сам ее сделал. Класс. Она глушит сканеры стражи и выглядит круто. Бармен. Привет, клиент. Доступ на VIP. Балкон закрыт. Там какая-то частная тусовка. По-моему, его забронировал парень по имени Блейзер. Это там. Мне нужен рычаг, чтобы попасть туда. Может быть, надо просто выше пойти через окно. А, мы не можем вылезти уже, все. Снова к бармену тогда. Погоди. Ладно, он пока занят, видимо, делает свою анимацию. Поговорить вот можно, наконец-таки. Еще раз здравствуй. Я получил несколько жалоб, так что нет, мы не можем отключить танцоров голограмм, потому что какой-то идиот решил украсть рукоятку рычага. Классная идея. В любом случае, не хочешь выпить что-нибудь? Рукоятка, вот. О, ты его нашел. Верни его на место, пожалуйста.
А, вот оно где. Все, хорошо, решено. Есть. Это не нужно было делать. И еще одного. Давай, давай, задиджеить, задиджеить. Что? Что дальше-то? Стоп! Я могу залезть сюда! Вот! Ага! Я не смог подиджеить, к сожалению. Я вообще туда запрыгнул, куда надо. Кнопка. Да, 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 мы сейчас должны себе путь просто выстроить. Я думаю, это не такая сложная задачка. Подожди. Есть. Куда пошли? Ладно, быстро довольно-таки решил эту головоломку. Ты кто? У меня очень хорошее отношение со стражами. Не понимаю, почему другие постоянно жалуются на них. Окей. Блейзер. Да, Блейзер его зовут, или Бальтазар. Блейзер. Кто это? Клементина? Двух зайцев одним выстрелом. Ты не такой умный, как кажешься, котик. Впрочем, ничего личного. Бизнес есть бизнес. Ах ты, предатель! О, месть! Бизнес — это деньги, а я ценю деньги намного больше, чем дружбу. Теперь они в вашем распоряжении. О, блин. Такой ты злой, Блейзер, оказывается. Чего? Что ж, друзья, на этом мы с вами остановимся, и нас ждет впереди потрясающее приключение. Я уже его записал, я просто решил разбить видосы, потому что получилось очень большой выпуск, я надеялся все в одну. Короче, все, увидимся скоро. С вами был Юджин, и всем пять!